Во-первых, я бы не переоценивал эту угрозу. Да, действительно, она существует, и за последние 10 лет эта угроза стала более серьезной для России. Но если посмотреть на те процессы, которые происходят в мире, мы видим погромы в Европе, в США и в других странах. И здесь можно отметить, что у нас все намного более безопасно и более стабильно. Тем не менее, я рад, что наши коллеги в Федеральной службе, миграционной службе встревожены и отдают себе отчет в тех угрозах, которые сегодня существуют. Я надеюсь, это приведет к уменьшению как раз притока мигрантов. Мы выступаем за то, что сегодня российской молодежи надо предоставить больше возможностей. И как раз в том числе через развитие строительных студенческих отрядов решать проблему строительства и строительных объектов, строительства объектов усилиями молодых людей. Сегодня по всей стране около 300 тысяч молодых людей работают в строительных отрядах, в студенческих отрядах. И мы готовы увеличивать это количество, но, конечно, это возможно, минимизируя как раз участие на стройках, в том числе незаконное участие иностранцев, людей без оформления, без гражданства российского, без разрешения на работу в России.